снега нет. Зато есть иней. Есть иней и лед. Совершенно чудесное состояние природы. Нет? Комаров нет? Ничего нет. Ничего нет. Воды нет. Растительности нет. Населены роботами. Просто шило уже отнесло до такой степени. Доброе утро. Вот и начинаем сезон 2017 года. Снег сошел частично. Конечно, земля подмерзшая немного. Но местами проталины. Сзади меня поле. Там уже поздней осенью уже снег выпал. Подняли как раз пятак Катин. Попробуем, что в этом году будет. До включения. Первый сигнал у нас. Тут 8:40. Сейчас покопаем, посмотрю. Конина. Долгожданная. Чем дальше? Лабиринт мышиных дорог из-под снега. Вот они. Как лежал снег, вот они находили. И здесь море вообще, вон они. И гнездо. Накопанное. Ха-ха. Ладно, ищем. Туман сошел вдоль леса. Земля нормально копается уже. Есть сигнальчик, монетка. Что за монет, пока непонятно. Надо мыть. То ли копейка Николашкина, то ли фиг знает. Грязная. Ладно, ищем дальше. Гильзач только что подняли, здоровый, как самоходки, что ли, какой-то. Сейчас вот очередной. Ой. Проводимость, конечно, у приборов повыше сейчас за счет того, что жижа под коростой под этой. Видимо, за счет этого ощущается. Ой. Хороший треугольник. Хорошо выкапывает. Нормально копается земля, все уже. Ну, на полях-то. Ну, нахрен. Здесь нету. Значит, что-то там. Может, в стенках. Сейчас давай, еще одна гильза. Давай пятачину на камеру. Ага. Здесь их есть. Есть-то они есть, только, по-моему, это железо. Да, вроде нет. Чего ты там шкрябаешь? Еще одна гильза. Да? Да. Но он, видать, здесь отстреливался. Вон эти гильзы. Хорошо, сигналит очень. От чего он, я вот не знаю, если честно. Ну, видать, от какого-то. Сволочь. Бьет так красиво. Бьет хорошо. Ладно. Я там еще сигнальчик сейчас копнем. Посмотрим.
Вот, достали. Сигнал был 10-12. Походу, это 50 копеек. Похож, да, вот Ленин просвечивается. Фигово-фигово. А он у нас из чего был-то? Не помню. Какой сплав-то он? Герб как раз. Это никелевый. Наверное. Ладно, попробуем отмыть. Очередной сигнальчик. Какая-то копейка. Какая-то копеечка. Ну, видишь, копейка проглядывает. Видишь? Видно? Да что-то видно. Ладно, здесь все мыть надо. Вот это поле, оно... В таком случае, насколько мы поняли, на этом поле шло куча дорог, просто их не разобрать. Их море здесь, паутина их была. Так что конкретно какую-то дорогу искать бессмысленно. Просто ходить тупо поперек, вдоль, по диагонали. Что-то искать. Ну, в общем, точка выхода. Вот одна дорога вот эта сохранилась, да? Да, вот это сохранилось. Исхода. Вот этот холм, и вот от него расходились дороги, вот где вот эта лесистость. По всему полю. Будем искать. Пробка очередная. Вот такая красота. Даже пока травы ничего нет, не зелено. Что выкопало? Вот седьмой. Пробка. Проволока. Пробка здесь вот на этом участке. Вот от того места, где мы в конце осени пятак вот здесь подняли, прямо возле этих кустов. Очень много говнища. Блин, жижа. Глубже. Лезьте пальцем, мадам. Блин. Какаху. Я понимаю, если бы там еще что-нибудь было ценное. А кто тебе сказал, что наверняка проволока. Там абсолютно ценная проволока. Или ценная пробка. Пин этот город китайский, ну это просто пипец. Вон она. Нет? Хрен узнает, где она. Что? Вот что-то пипик был длинный. Тут. Ну вот она. Кто? Волк. Волк? Я так думаю. Конечно. Вот она. Ценная проволока. Ладно, посмотрим дальше. Эти до машины водички попить. Солнце встало. И очень грязно стало. Ну это как бы. О! Кормится. Конечно, ну сколько уже червей. А потом попробуем зайти на то поле еще. Сигнал какой-то. Припекает. Да. Точно. Словил гвоздь в сапог. Но решил не вынимать. Дабы течь не дал. Ну а что, сейчас вынешь по лужам здесь, течь сразу дальше. Поймаешь. Сейчас достанем, посмотрим. Ладно, достали. На гирьку похоже. Ну, это гирька. Вообще похоже. Никаких креплений нет. Может быть, сбоку пронумерован. Или сверху нумерован. Хрен знает.
Уже на 20-граммовку. Надо, короче, мыть, смотреть. Ну, гирьку нашли, прикольно. Ладно. Оттуда пришли. Больше пока ничего интересного, кроме гильз, не попадается. Сейчас вот здесь чуть-чуть походим. Времени сегодня не очень много. Еще часочек походим, посмотрим, да поедем. Не, ну в целом сезон можно считать, наверное, почти открытым. Да не почти, а открытым. Красота. Я, кстати, я буду ждать монетки почище слегка. Ага. Итак, подведем итоги. Выкладываю, что мы там сегодня наковыряли. Немного, но... А твоя где? А моя? А моя где-то тут. Посмотрим, что мы здесь наковыряли. Да сегодня так. Ну все равно что-то наковыряли. Опа. То ли копейка, то ли одна вторая. Гирька. Что там дальше? Ленин. 50 копеек. Редкая монетка. Она их ходовая была. Редкая. Это я не знаю, что похоже на Николашку. На него. Похоже на Николашу, на копейку. Ленин. А, ну и Конина. Вот и все, открытие копа. Скромненько, но со вкусом. Ладно, мы на эти поля еще вернемся. И в леса. Здесь ковырять, не перековырять. До скорых встреч!